Мы на минуту. Здрасте, извините. Что рубаешь? Привет, присаживайся. Здрасте. Здрасте, Андрей Сергеевич. Присаживайся, ребята. Ирка, посмотри на этого начальника. Живет в двух минутах ходьбы. Обедать домой не ходит, чтоб подчиненные видели, как он горит на работе. Да. Пелагея Васильевна. Да, 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 два стаканчика. А чайник перезакипел? Ну, конечно, Владимир Александрович. Ну, спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо. Это вам. Спасибо. Нет. Нет, спасибо, я не хочу. Ну, рассказывайте. Что, так сразу к делу? Может, поговорим просто? Нет, нет, давай, 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 сразу. У тебя чайка есть? Кто? Никто, а что? Ездишь ты на чем? На Волге. Черт. Мне чайка нужна. Чайки у меня нет. Тогда позвони своему приятелю, командиру «Авроры». Ну? Пускай он нам экскурсию с фуршетом организует. Тебе с Иркой? А черта мне твоя «Аврора»! Иностранцев повезти хочу. Зачем тебе чайка? Ты же ее за машину не считал. Да плюнь ты на Колымагой эту... называл. Плюнь на эту чайку, я тебе говорю, на «Аврору» позвони. А может, иностранцев ты в Эрмитаж сводишь? А есть и пить они там где будут? А? В греческом зале? Угу. Действительно. Что за иностранцы? Какая тебе разница? Нормальные иностранцы, деловые партнеры. Андрей Александрович, давайте я объясню. Давай. Владимир Александрович, значит, все дело в Вите. Так. Он сейчас работает в Ленинграде, а я в Москве. Угу. Ну, получается, все это нехорошо, неправильно. Конечно, неправильно. Задурил парню голову, корабли, верфи, призвание. Кто? Я задурил? Нет, я задурил. Андрей Александрович, Витя сам так решил. Владимир Александрович, ну, в общем, тут может интересное дело получиться. Угу. Можно 250 тысяч долларов получить. Ух ты! Да. Вот на швей... ух ты! На швейное производство, на оборудование, ну и просто деньги. Очень выгодно. Вот, и эти самые иностранцы приезжают, чтобы посмотреть наше производство. Ну и вросли ли мы рыночной экономики. У тебя, кстати... Что у вас за производство? У тебя в районе есть какая-нибудь фабрика швейная, ну, завалящая совсем. Мне 2-3 дня на ней порулить. Ну, раз у тебя чайки нет. Ты что, Андрей, совсем обалдел, что ли? Ну, я так спросил, вдруг есть. Владимир Александрович, дело в том, что этого самого производства... Как такового его нет. Вот. Нету ни машин, ничего нету, ни людей, ни помещения. Есть только склад, где вещи хранятся, и то склад не наш. Ну это Иркин бизнес, ты как слепой, ей-богу. Она сюда 4-й месяц мотается, неделями тут живет, на салюте покупает одежду, развозит по коммерческим магазинам, по комиссионкам. Ты думаешь, она к Витьке тут каждый раз приезжает? Конечно, к Витьке. Все вы тут так говорите. Ой. Ну, все. Звонок, обед у меня кончился. Все. Андрей Александрович, что за звонок? Что вы такое странное говорите? Я что, ему не жена, он мне не муж? Я тоже хочу, чтобы вы нормально жили. Но я хочу, чтобы еще и бизнес не страдал, понимаешь? На одну Витькину зарплату, знаешь, не очень-то расшикуюсь. Ну, я вообще-то тоже работаю. Или вы что, думаете, я у вас иждивенка? Ладно, слушай, ребята, давай не начинай. Ребята, обед у меня кончился. Идите домой, выпейте чайку с бабой Дарьей. Я попозже приду, ну, тогда и поговорим. Я тебя очень прошу, позвони на «Аврору». Времени Хорошо. Совсем не осталось. Я тебе записываю, «Аврора». Ой. Слушай, давай-ка я тебе помогу. У меня это быстрее получится. Но мне самой хочется. Можно я сама? Я умею. Ага. Второй а день возишься, не знаю. Ну и что, что второй? В моей комнате одно окно. Мне не срочно. Главное что? Главное красота.
а вот ты побыстрее. А знаете, Дарья Георгиевна, что я сегодня видела? Не знаю. Армию спасения. Они тетки, тетки такие смешные, и один мужик. Представляете, они суп привезли и людям раздавали. А люди в очереди стояли. И не только бедные. И ели. Кто суп привез? Армия спасения. Они по-немецки разговаривали. Значит, из ФРГ. Значит, спасатели со своим супом приехали. Ага. Есть кто дома? А? Баба Дарья, ты на кухне? Ой, пожалуй, мне придется сегодня борщ варить. Здравствуй, Ирочка. Здравствуй. Здравствуй, дорогая. Здравствуй, развивайся. Привет, Лена. Привет. Шьешь? Угу. Молодец. Да, я смотрю, вы тут в Питере шикуете. В магазинах, кроме уксуса, по-моему, вообще ничего нет. А у нас тут вареники, понимаешь? Какой шик. Я случайно в магазине достала творог и решила сделать. Сейчас. Немножко муки, и все. А сметана? Угу. Дарья Георгиевна, а ведь скоро придет? Я думаю, как всегда. Соскучилась? Очень. Я ему позвоню, пойду. Давай. Ирка, только давай быстрее. Сейчас в наш филиал поедем. Андрюша, ты бы девушке дал отдохнуть. Ведь она в Москве одна живет, без Вити. Приехала сюда, а ты сразу на работу, на работу. Я для кого стараюсь? Для кого? Построим тут свечной заводик и будет сюда чаще приезжать. А что ты для нее стараешься? Она работает, головы не поднимая. А тебе все мало, мало, мало. Кто бы говорил, сама целыми неделями без выходных с утра до ночи. Знаешь, Андрюша, вот, вот сейчас ты прав. Я думаю, что нам надо быстро забрать в Ленинград и Ирочку, и Дашутку. Здрасте, приехали. А мы, значит, с Алисой давай в Москве одни торчи, да? Ну почему? Вы тоже можете жить в Ленинграде. Можешь поменять свою квартиру. Московскую, на Ленинград. И живите. Ты чего? А Вовка там на работе одними бутербродами питается. Не знает, что у нас вареники. Алло, здравствуйте. А можно Виктора Андреевича позвать? Угу. Витюня, это я. Привет. Да, я с Андреем Александровичем приехала. Наверное, на неделю. Ну, я же тебе рассказывала насчет швейного кооператива, помнишь? Да. Если получится, в Ленинград перееду. Ну, Вить. Ну, если не получится, все равно перееду. Ну, ты же папу знаешь своего. Ну, вот. Вить, давай я тебя после работы встречу, а? Прямо проходной. А? Ну, давай! Ну, я сейчас езжу с Андреем Александровичем по делам и сразу к тебе. Ну, если задержусь, минут на пять, не больше. Давай? Ну, хорошо. Все, целую тебя. Ну, жди. Давай, пока. Thank you.
ваше объявление. Уважаемые граждане квартиросъемщики, пейте вашу водку сами. Не расплачивайтесь водкой с сантехниками нашего РЭО, сантехники сопьются. Сопьются, и их жены, и дети выгонят их из дома, и сантехники умрут под забором. А ваши краны и сливные бачки засорятся навсегда. И вам придется пользоваться общественными уборными. Начальник РЭО номер 6 Морозов СС. Сергей, и как же они у тебя будут работать без водки-то? Они ж трезвые. Они же вантус от прокладки не отличат. Фантаст. Товарищ, вот для этого мы сегодня с вами собрались. Чтобы Сергей Сергеевич поделился с вами опытом. Поделился результатами нашего с ним эксперимента по переводу на хозрасчет РЭО номер 6. Сергей Сергеевич, пожалуйста. Я могу поделиться. Только я по поводу объявлений. Я вот не могу понять, почему через 15 минут после того, как мой дворник помоет лестницу, на ней появляется куча мусора, а в лифте насана. Сергей Сергеевич, это не повод, не повод писать обидные для людей объявления. Что повод? Что является поводом, по-вашему? Чтобы в лифте не только насрано, но еще и наблевано и насрано. Сергей, давайте к делу. Вернемся к делу. Хорошо, все. Значит, по настоянию Владимира Александровича и в соответствии с законом я перевел РЭО номер 6 на хозрасчет. Вначале я уволил всех техников-смотрителей, которые ни хрена не работали, да, а получали только свою зарплату. Еще по полставки дворников и сантехников. Вот так вот. Конечно, было трудно. Было очень много скандалов. Потом я собрал оставшихся техников-смотрителей и спросил их. Скажи, Сергей Сергеевич, а сколько их было, кого-то собрал? Сколько? Один. Одна техник-смотритель. И я ее спросил, вот что для нее лучше? Получать свою зарплату, так, и еще по ползарплаты уволенных техников-смотрителей? Или, да, и работать за них? Или мне их обратно пригласить на работу? И она решила работать, да, и получать большую зарплату, да. А потом я собрал всех дворников, сантехников, задал им тот же вопрос и получил тот же ответ. Да, вот так мы работаем, и работаем мы хорошо. Хорошо, да. Вот, сейчас присматриваемся, вернее, я присматриваюсь. Бухгалтерии. Вот это правильно, да, это правильно. А я считаю, что и жильцов надо перевести на хозрасчет. Да ты что? А что? Хотят жить хорошо, нормально, чтобы порядок был, чтобы чисто было, чтобы все работало. Давайте, помогайте, не хотите, давайте, уезжайте. А ты их дустом потравил, это, говорит, помогает. Попробуй. А я дустом тараканов потравил, да. И в моих домах нет ни крыс, ни тараканов. И в подвалах сухо. Ни одного комара нет. Ни одного. А у тебя... Ну вот знаешь, ты нет, тут... Вот так ходи-то, посмотри сначала. Не ходишь, не видишь, потом говоришь. Товарищ. Извините. Товарищ. Поскольку результаты эксперимента признаны успешными... Простите, Владимир Александрович, кем они признаны успешными? Мной. Признаны результаты эксперимента успешными. В моей власти дать вам всем самостоятельность. В вашей власти эту самостоятельность взять. Самим решать, какую зарплату, кому платить. Самим решать, на каком объекте, сколько людей нужно. Где, какую крышу нужно чинить. Работайте, думайте, самостоятельно. Давайте это подчеркнем. Я честно вам предупреждаю всех. Если вы не будете переходить на хозрасчет,
будем прощаться. Да, напоследок еще буквально две вещи. Ну, во-первых, аварийный жилой фонд будем сдавать в аренду только на условиях полного устранения аварийности, плюс ремонт любой коммунальной квартиры на их усмотрение. Ну и, во-вторых, даже во-первых, наверное, скорее во-первых, жильцы ваших домов такие же люди, как и начальники РЭО. Разговаривайте с ними, а не выселяйте. Выселить было бы дешевле. Спасибо. У меня капуста есть, мясо есть, а все остальное, я думаю, Андрюша принесет, если, конечно, не забудет. Спасибо большое, Дарья Георгиевна. У меня же сессия скоро, вы знаете, мне готовиться же надо. Не знаю, зайду, если получится. Спасибо вам. Что ты все спасибо да спасибо заладила. Вот завтра придешь, поешь борщ, тогда и скажешь спасибо. А это вот вареники. Тут сметана есть в баночке. Но там крышка плохая, так что ты будь осторожна. И смотри, холодное не ешь, разогревай. Поставь пока на стол. Спасибо большое, Дарья Георгиевна. Дарья Георгиевна. Ну? Что вы скажете, если я вдруг... Дарья Георгиевна. Что? Вдруг просто так выйдет, в другой институт поступлю. Зачем? Из педагогического мне документы забирать не надо, я все уже узнала. Мне можно так туда поступать, и если я поступаю, вот тогда уже переводиться. Угу. Во-первых, ты скажи мне, что такое туда-сюда? Раз. Во-вторых, ты помни, что ты поступила в прошлом году, и как ты радовалась, что поступила. В театральный. Что в театральный? В театральный институт хочу попробовать. А, ты артисткой хочешь быть. Что думаете, у меня не выйдет? Я все узнала. Я в общежитии, когда нет никого, я перед зеркалом читаю стихи, пою песни. Репетирую. Вы на меня рассердились? Угу. Снимай туфли. Снимай, снимай, не бойся. Зачем? Ну, снимай. Так. Одевай домашние. Пошли. Так. Кто это? Ольга Сергеевна, кто же? Угу. А это кто? Ольга Сергеевна, конечно. А это? Это Ольга Сергеевна в роли поросенка. А это она в кино. Она мне говорила название, я забыла. Пошли. Пойдем, пойдем. Посмотри, кто это. Не знаю. Школьница какая-то. Ваша ученица. Это Маруся. Она очень любила Есенина, но в то время считала, что Есенин плохой поэт. И поэтому она брала у меня книжки и ходила на Днепр читать. Это Антонина. А вот это Света. Она стала журналистом и работает на телевидении. А это Оля. У нее 6 детей и 4 внука. Она недавно приезжала в Ленинград и приходила ко мне. А это Таня. Она делала всегда столько ошибок и в сочинениях, и в контрольных. Я тихонько ей все это исправляла. А сейчас она физик, доктор наук, руководит в Киеве институтом. А это... Ничего, поставь. А это твоя мама. Это первый мой выпуск. И почему-то одни девочки в классе. Потому что тогда было раздельное обучение. Я что хочу тебе сказать. Наверное, Оля тоже помнит каждую свою роль. Хорошую и плохую. И слезы, и радости, и аплодисменты, и цветы. Я думаю, ты сама
должна решить, как тебе жить и кем ты хочешь быть. А главное, какие фотографии будут висеть на твоей стенке. Они все хорошие. Просто разные. Спасибо большое, Дарья Георгиевна. Только иди тихо, смотри, а то грохнешься, как в прошлый раз. Костей не соберем. Пока. Пока. Господи, Боже ты мой. Тебе не надо в театральный поступать. Почему? Потому что тебя в цирк возьмут и так с закрытыми глазами на самую большую зарплату. Теперь собирай, чтобы чисто там было. Здравствуйте. Здравствуй, Даня, Анечка. А Олежка нету. Да я знаю, они в лифте едут. А, ой. Что случилось, Венера? Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, Федор Кузьмич. Что это такое? Ну что, картошку привезли. Давай. Сижу, так, сейчас еще один рейс сделаю. Ой, да вы что? У меня ж там сумка стоит. Подожди, а Мартина приехала? Ну а куда же она денется? Я ей говорю, что ты в городе не видел? Она в машину лезет, говорит, нет, не отпущу тебя одного. Напьешься, паразит, опять. Ну, но вы же не пьете никогда. Ну а когда я напивался? Никогда. Вот. Венера, привет. Я поехал. Аня, ну что ты там стоишь? Поднимайся давай. Так, Олег, покажи, куда надо нести все это, а то поставишь потом долго будет переносить. Привет, Венера. Аня, что ты там стоишь? Поднимайся, стоит, как дура. Кипяченая. Хорошая машина. Полумага. Неожиданно. Пустишь? Разговор есть. Слушай, старик. Покатай меня завтра на ней, а? Извини. Я как по полной программе. Мужчина. Оу. Это наша машина. А я сейчас уйду. Покури пока, девочка, я уйду сейчас. Девочка? Юноша, вы хам. Тебя по полной программе или только Марсово поле, кабак домой? Ну, невесты у меня нет. Да понимаешь, фирмачи завтра приезжают. А они такие большие машины любят. На целый день? Ага. Два счетчика. То есть один в кассу, один тебе? В кассу-то само собой. И мне два счетчика. Ну как-то не по-товарищески. А ты сам-то с них меньше сходишь? Ладно, договорились. Слушай, завтра 8:30, Московский вокзал. Понял. Все. Только эти колечки с крыши убери. Хорошо. Вон уже уходит твой. У них... Маленький какой-то колобочек. Смотри, какой смешной. О, шарфики. Эти, шарики, лето. Шарики полопают. Не боюсь, что будет окей. Эй, поздравляю! Спасибо. К нам. Выпить? Запить.
Дождик, это тоже хорошо. Хорошо, дождик, конечно. Про картошку-то не думай. У нас ее полно. Полно. Мы старую до осени. До осени есть будем. Ты мне вот что скажи. Ты чего ждешь? Почему к нам не едешь? Чего в городе сидишь? Ага, давай к нам, Айда, собирайся. Скажи, ну? у нас же природа, красота, тишина, речка. Давай, собирайся. В прошлом году ты помнишь, как было? Не? Болячки куда-то убежали сразу. Точно. Самое главное, огородное время не пропустили. А то вот-вот, как комар выпал, вылетит. Вот-вот. Да, и на улицу не выйдешь. В прошлом году ты помнишь, куда укусил? Ты знаешь, я бы, конечно, с удовольствием, прямо с радостью, вот прямо сейчас бы встала и вместе с вами поехала. Ну, семья собралась вся. Потом, может, Андрюше что надо помочь. Он, правда, толком ничего не говорит, но все равно, вот сердце как не на месте. Что-то болит, тянет. Баба Дарья, ну что у нас так маленьких вы пасаете? Ну, баба Дарья, поезжайте. Правильно. Ну, сегодня не хотите, поезжайте завтра. Правильно. Да как же можно, ну, что, когда вот тут... я Вовочке скажу, и Сатар вас отвезет. Или послезавтра. Значит, дома посидите. Послезавтра. Да приедет немец. Дарья Георгиевна, послезавтра поздно. Сегодня надо ехать. Ну, вот видишь. Поздно, уже пошел. Сейчас ее к родственникам отвезу и поедем. Ну, хватит. На речке посидим. Ты что, обалдел, старый? Какая речка? Без меня и речка, а? Нет, миленький. И что, меня все на рыбалку приглашают? И в прошлом году к Бендееву приглашали, там на леща. А это где еще? Да в Ярославской области. Там вот такие лещи. А кто приглашал-то? Ну, кто приглашал? Кто? Друзья приглашали. Отлично. Это за 800 верст, да, за лещами. Ну, нам больше достанется, нам больше. Всем привет. Привет. Ой, Кузьмич, господи, ты боже мой. Да, друг мой. Мартина. Ай, ну. Слушайте, что там у вас за мешки во всей квартире? Картошку привезли вам. Какую картошку? Ну, понятно, запаслись картошку. Андрюша, миленький, я же не знала. Андрюша, я честное слово не знала. Это Андрей, дядя мой. Еще раз здравствуйте. Аня. Здравствуйте. Очень приятно. Но я правда говорю, никто кроме тебя этого сделать не может. Ну что такое? Завтра ко мне приезжает один. Нет, завтра не могу, у нас работа по горло, вон, Занят.
и очень занят. Не, ну, в основном вечером. Так все, договорились. О чем договорились? Я сделаю так, что к вечеру вы освободитесь. Часов в 6. Все, все будет хорошо, а? Ну. А о чем договорились-то? О чем? Ну, о съемке. Я же тебе говорил, завтра ко мне приезжает вон. Как раз человек из фонда Пола Ньюмана. Может, кстати, я не удивлюсь, если сам Пол Ньюман приедет. Вы что, не хотите посмотреть на живого Пола Ньюмана? Нет. Хотите? Да. Аня, это афера. Никакого Пола Ньюмана не будет. Анечка, я вам предлагаю эксклюзивный материал. Пол Ньюман в Ленинграде. Между прочим, он приезжает, чтобы встретиться с одним русским бизнесменом, это со мной. Никто об этом не знает, только я и вы. А? Делов-то взяли камеру, сняли, ну как будто телевидение приехало. Не, ну почему как будто? Олег, Пол Ньюман в Ленинграде очень хороший новостной сюжет. Аня, это неправда, скорее всего. Слушай-ка ты, племянник, я тебе когда-нибудь врал? Нет, а? Не врал, но... Анечка, значит так, встречаем на вокзале, едем в одну воинскую часть. Мы там собираемся казарму снимать под фабрику. Ну, делов часа на 4, а? И всем будет хорошо. Ну? Хорошо, где и когда мы должны встретиться? Вот это я понимаю, настоящая журналистская хватка. Приятно иметь дело с профессионалом. Спасибо. Эй, приятель, я посмотрю. Смотри. Семь часов на московском вокзале. Я спать буду. Я тебе дам спать. Золотаю, золотыми, я за платами, чтобы чаще Господь замечал. Черт, где Ирка? Витька, здесь ее нет. Где она болтается? Ну не переживай так, Андрюша. Ну, она занята, придет скоро. Мало ли какие дела у нее. Какие дела? У нее, мам, дела со мной. Она на меня работает. Между прочим, я плачу ей за это. Я бы еще понял, она бы с мужем погулять пошла. Да. Это я понял. Только муж-то дома, а ее нет. И с меня черт знает что. Моя жена здесь. А я здесь. Ой, хватит, как дети, ей-богу. Вовка, я у тебя кабинет реквизирую на время? Хорошо. А че это ты вдруг? Хорошо. Почему не споришь? А че мне спорить-то с тобой? Ну что спорить-то? Здесь все равно Витька ночует. Днем баба Дарья шьет на моем столе. Это вот у них спроси у них. Неправда. Я не шью. Я только краю. А? А то, что тут Венера 2 дня шила, так это ведь не навсегда. А я краю, потому что этот стол больше всего мне подходит. По высоте и по длине. И он не цепляет материю. Понимаешь? Ясно. Значит так. Это постельное белье с дивана вон. Есть. Машинку со стола вон. Хорошо, я уберу ее, не волнуйся. Портрет Ленина. Куда хотите, на помойку, спрячьте, но тоже вон. Подожди, а Ленин, он чем тебе помешал? Он же хороший, я с ним разговариваю иногда. Слушайте, он такой неприкаянный. Слушайте, может, машинку наоборот оставить, а? По-моему, символично. У председателя кооператива на столе такой музейный экспонат. Ленин тоже символично, тоже музейный экспонат. Связь идей, прошлое, будущее. Конечно. А? Хороший Ленин. Ленина на помойку. Ты что, боишься, что подумаешь, что это твой родственник? А, боюсь. Значит так, машинку это я сразу забираю, потому что никакой не музейный экспонат. Она у нас 1913 года. Она у нас уже член семьи, мам, понимаешь? Правильно, правильно. Слушай. Пускай не музейный экспонат. Я вас собрал не ругаться, а посоветоваться. Ладно, хорошо. Ты мне только ответь, Ирка где, а? Что ты к ней привязался? Можно подумать, мне больше всех надо. Конечно. Да, можно подумать.
Значит так. Вовке, я уже все рассказал. Он все знает. Вам бы скажу еще раз. Что это вы, девочки? В темноте-то сидите. Я вот чайку вам. Мам. Свеженького заварила, как ты любишь. Мам, посидите с нами. Да нет, нет, я... Я пойду, я к себе пойду, телевизор посмотрю, я пойду. Спасибо. Ирка, кури здесь, что ты как в туалете в те доме шухеришься? Да ничего. Тебе тут спать, а мне нормально. Как же так, а? Ты помнишь, когда тебе лет 10 было? Сказала мне, что пойдешь милиционером работать, чтобы мать найти. Конечно, помню. Ты думаешь, я тебе поверила тогда? А ты вот. Как же так, а? А что такого? Она же тебя бросила, когда ты еще ходить не могла. Как и меня моя мать. Ты помнишь, как мы их ждали? Как ненавидели их за то, что не приходят. Не за то, что бросили, а за то, что не приходят. Конечно, помню. Ир, садись за стол, покури спокойно. Я тебе чаю налью. Чай, правда, турецкий, но мама туда мяту добавляет, поэтому не так противно. А замуж ты из-за нее не вышла? Коля не предложил, вот и не вышла. Машка, у тебя что, свет клином сошелся на этом Коле, а? Да. Ты думаешь, я маму простила? Нет. Мы уже 7 лет живем вместе. Завтракаем, ужинаем, разговариваем. Она пьет. Часто сильно. А я смотрю на нее и думаю, мама, как ты могла меня бросить? Как у тебя сердце не разорвалось? Ну, это я. Ну и что? Пропадет она без меня. Кто о ней сейчас позаботится? Что ж мне ее бросить, что ли? Там это, Марья Александровна, туалет вымыт и блестит. Можно мне домой идти? А ванная? А что, я думал завтра. Сегодня! Ох, Марья Александровна.
хорошо тебе. Есть кому квартиру прибрать. Да уж куда лучше. В квартире, кроме нас с мамой, еще три алкаша живут. Да еще и друганов водят. Вот это один из них. Мало того, что сами киряют, так еще норовят маме налить. Вот это отдувается вместо 15 суток на государственном. Пусть лучше на меня поработает. Так это, Марья Александровна, светлый праздник Пасхи же был. Грех не выпить. Даже евреев в такой день может наклюкаться до пузырей из носа. Быстро работать, а то у меня до следующей Пасхи в сортире скрестись будешь вместе со своими евреями и арабами. Арабы, кстати, Марья Александровна, вообще не употребляют. Ты меня не понял? Бегом! Машка, какая Машка. В общем, вот так, в общих чертах. Сами понимаете, 250 тысяч на дороге не валяется. Ну так берем? Берем. 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 Только есть одна, и на мой взгляд, неразрешимая проблема. Мой кооператив, который занимается производством, им занимается только на бумаге. А все те вещи, которые я должен ему показать, которые немцу, во всем... Немцу, да? Американцу. Не немец он, мама, американец. Все те вещи, которые во всех универмагах города продаются, производит фабрика «Салют». А Ирка работает только как посредник. Я хочу заниматься производством. Честное слово, хочу. Ирка хочет. Мы знаем, как лучше сделать. Короче, вот деньги. Как их взять? Я все понял. Тебе надо показать твоему немцу, что у тебя есть маленький свечной заводик, которым ты прекрасно управляешь. Вот для полной ясной картины тебе не хватает малости, стабильного финансирования. И тогда ты ого-го как развернешься. Ну, так давайте покажем, давайте. Мама, давайте. Что мы покажем? Что мы покажем? Как ты сидишь вот за этим допотопным зингером и шлепаешь по 100 юбок в день. Вот я всегда знала, что ты очень сообразительный. Вот так на ходу прямо хватаешь и развиваешь. А я думаю, что надо сделать по-другому. Мы все сидим здесь. Я, Зинаида, Левтина, Аня, ну, в общем, все-все наши бабы, если надо, мы еще найдем. Машинки у нас у всех на ходу. Ты приводишь своего бизнесмена и показываешь нашу артель. Прекрасно. Мама, я тебе объясняю. Я должен доказать ему, что у меня есть производство. А ты мне предлагаешь какое-то шоу показывать. Но если надо для дела, да мы и спляшем, и споем. И вообще-то не волнуйся. Не волнуйся, пожалуйста, Андрюша. Немцы очень любят шоу. Он не немец. Он американец. Я просто в голову не могу взять. Но почему тебя так заботит его национальность? Представляешь, я Машку на улице встретила. Шла-шла к тебе и встретила. Какую Машку? Подружку твою детдомовскую? Она с мамой живет. Представляешь, маму нашла и с ней живет. Ведь что не
Петр, ты меня любишь? Ну что ты, конечно, люблю. Витюнечка, ты знаешь, как я тебя люблю? Как? Я тебя до неба люблю. А знаешь, за что я тебя люблю? За красоту. Угу. А ты меня тоже за красоту любишь? Ведь ты правильно. Ведь ты хорошо придумал. Маме, Сашко, ты никогда не нравился. Почему? Чего на меня орете-то? Че это у вас тут? Три восклицательных знака, м? Заболели, так лечиться надо, а не на меня орать. Вообще, давайте, идите, ложитесь. Я сейчас вам сделаю чай с лимоном и сахаром.
потому что надо лежать в постели и пить чай с лимоном и с сахаром, а не на меня орать. А с американцем я сама справлюсь. И курить не надо. Курить не надо. Что там? Эту коммуналку давно расселили. А ее расселили? Ну и что это значит? Ты как юная, прекрасная девушка. Да. Ничего не видишь, словно дура. Смешно? Простите, пожалуйста, вы мистер Шевченко? Да, это Андрей Александрович Шевченко. Разрешите вам представить господин Алекс Дебуш, представитель фонда Пола Ньюмана по России. Здравствуйте, добро пожаловать. Welcome. Nice to meet you. Господин Дебуш, очень рад вас видеть. Андрей Александрович немного больной. Мистер Шевченко, sick a little bit. Не, ну в смысле так-то он здоровый. Ангина, миндалины, горло болит, говорить не может, есть, пить. Eat, drink. Ну, это временно, конечно, скоро пройдет. Добро пожаловать в наш город, господин Дебуш. И вы... Меня Семеном зовут. Семен. Сейчас я вас ознакомлю с нашей программой. Сейчас мы поедем в воинскую часть. Там есть казарма. Да. А там мы планируем разместить оборудование для нашего швейного производства. Затем мы ознакомим вас с нашей продукцией, которая продается в лучших магазинах Ленинграда. Да. И еще нашу историческую встречу снимает наше ленинградское телевидение. Меня зовут Анна. Встречаем ура. Your name is Anna. Thank you. Просим. Добро пожаловать. Thank you. Thank you. Пожалуйста. Пойдемте. Welcome. Прошу вас.
официантка. А, very good. Очень хорошо. Thank you. Семен! Я понял. С этой стороны. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Как здесь. О, все нормально. Сейчас я быстренько положу. Вот. О, посмотри, посмотри. Ты видишь? Видишь, какой цвет? Разве похож на тот? Нет. Это вот достало. Достало настоящее свекло. А запах какой. Я когда-нибудь тоже сварю. Хочу тебе варить, я тебя позову. Как только сварю, так и постучу тебе в стенку. Потому что это возиться надо, понимаешь? Это достаточно долго для того, чтобы все вовремя положить, чтобы не переварилось ничего, понимаешь? Чтобы капуста обязательно хрустела под зубами. Это тоже очень важно. Ну, тут много всяких секретов. Вот. Понимаешь, Зина, вот какое-то волнение у меня есть. Я боюсь, может быть, ты что-нибудь не упустила, ты... Всем-всем сообщила, никого не пропустила. Ну, я всем позвонила, всем. Да. Ну, кроме Мартины. Ой, я ей позвонила. Ее сестре. Она придет. А главное, что у сестры тоже машинка есть швейная. Ну, вот видишь, все будет нормально. Я уверена, у нас получится. И Андрюша эти деньги получит. Господи, я тоже так думаю. Но ты понимаешь, у меня вот такое предчувствие, что... Вроде я должна держать экзамен. Вроде этот немец специально приехал, чтобы посмотреть, как я детей вырастила, как я за ними ухаживаю, как я живу. И вот мне приснилось, только ты, пожалуйста, не смейся. Мне приснилось, что вот этот толстый, противный немец ходит с сигарой во рту и все в квартире у меня осматривает и в записную книжку галочки ставит. И мне еще приснилось, пожалуйста, только не смейся, пожалуйста, что он поставил табуретку к шкафу, еле-еле кряхтя туда влез и стал пальцами поверху шуровать. А потом мне показывает вот так пальцы, а там пылище. И говорит, что же ты, Дарена,
так плохо за домом ухаживаешь. Раньше, говорит, ты была аккуратнее. Смешно. Смешно? Да я все протерла сегодня утром. Что ты сделала? Как, тряпку взяла и все шкафы протерла. Пусть. Ни одной пылинки он теперь не увидит. Пусть он знает. Ну, Дарья, ты вообще. Ну, а зачем ему на шкафы залезать, скажи мне, пожалуйста. А может, он вообще к тебе не придет? Да, это я так. Между прочим. Зин, Азин. Что? Одаренный меня. Только один человек на свете называл. Ну ладно. Будем борить. Что будет? Не забудь! Не забудь! Говорила ласково, не забудь! Ирка! Ирка, иди сюда! За прапорщиком иди! Ну вот, господин Дебош, сокращения в армии уже идут. А я тут как раз по плату, ну, в смысле, по знакомству, то есть договорился. В общем, нам бесплатно по швейную фабрику отдают бывшую казарму. Ну, что она будет стоять? Now our government changed military politics and cut some military personnel and bases. Andrei's friend gave one big military building for him. It's five floors. Сейчас они выйдут. Семен, вы переведите, пожалуйста, господину Дебушу, чтобы он по-английски там не говорил, потому что это режимный объект, у них танки еще есть. Please don't speak English there, because it's a military base and they have a little secret on site, all right? Thank you very much.
Подождите, подождите. Давайте, у кого еще наводку остались, а то не договорили. Да всего ты собрала. Да хорошо, мне надо отчитываться. Так давай мне колбасу. А я тебе не дала. Конечно, нет. А ты что, без талона? Ты все водочку доберешь, колбасу. Так я тебе дала, Мартина. А вот этот чьи талоны? Вот эти. Мартина, я ж тебе дала. Вот эти-то две мои. Не надо. Ну нет, что, так, да, подождите, стойте, стойте, Зинаида, сахар у тебя есть? Сахар есть. Тебе надо? Нет, не надо, я уже поменялась. На варенье меняй. Все, так, да, да вот давай, ножницы. Подожди, Мартина, сейчас ты об этом. Зинаида, а давай. Вот, на тебе колбасу, да. Держи. А мне давай, давай сахар, давай. Андрюша. Тебе надо полежать, полечиться, понимаешь? А то совсем можешь разболеться. Ой. Вот и голос у тебя пропал. Бегаешь, бегаешь, бегаешь. Но ведь я думаю, что Ирочка может сама встретить твоего бизнесмена. Мам! Дай слово, что никому не скажешь. Никому не скажу. Я эту историю с голосом для Ирки придумал. Нормально у меня все с голосом. То есть? Ну что, все, я да я. Ну пускай сама тренируется, а? Ну если со мной вдруг что-нибудь... На кого я бизнес оставлю? А? На Витьку? Только на Ирку. То есть, что значит что-нибудь? Объясни мне, пожалуйста. Ну, не знаю. Я на пенсию выйду. Ну, дитя-то у меня еще. Педагог. Ну? Посмотри. Здрасте. О, хозяин пришел. Так, так, я смотрю, у вас тут еще и конь не валялся? Не валялся. А-а-а. Ты нам бутылку поставил? Ты поговорил с нами по душам? Вот оно, медленно идет. Так что, может быть, мы и не успеем к утру? Баба Дарья, не надо волноваться. Мы будем работать всю ночь, но к утру обязательно успеем. Это когда это мы не успевали? Не успеем. Мы сейчас вот капиталиста заставим. Бери молоток. Бери, бери. У нас дело сейчас быстрее пойдет. Ну, а я чего пришел? Я и пришел Папа. Работать. Ой, осторожно. Только что-то не очень я во всю эту фигню верю. Виновата. Может, мы этого Дебуша еще на Авроре так обработаем, что и сюда тащить не придется. А ближе к делу, ребята, когда ужин разогревать, а? Так, давайте так, ужинать будем здесь, прямо на месте. Так. Какие-нибудь там бутерброды, чтобы не расхолаживаться. Ага, давай надеваю. Зачем? А? Как зачем? Ты видишь краски сколько, пыли сколько? Что-то, обкручивайся, что-то вот так. Не, нормально, нормально. А то потом не отмоемся. Так, я пошла, пока. Так мы же забили там с краю. Слушай, Вовец, не, не, нет, у нас все было... давай-ка я красить буду, а ты вон к Витьке в бригаду. Сейчас. Красить он будет. Ну, давай, сразу. Так я тебе и доверил. Нет, красить. Нет, нет, нет. Постой. Ну, правда, давай я красить буду. Зинаида, у тебя есть на сахар или на алкоголь? Тришкин кафтан. Я не дам на сахар. Иван Андреевич Крылов. На алкоголь, чего тебе дать? Тришкин тоже. Колбаску. Ольга, подожди, не мешай. Колбаса вот, я тебе вот сколько колбасы даю. По четверти. Ну, подъедете в скидку. И лучше заплачу. Кафтан опять готов. У тебя слышно много. Водку давай, давай. Что мне на даче рассчитывать. Так, внимание. Собирали. Ой. Последний пункт нашего совещания. Коллеги, прошу вас быть внимательными, потому что времени мало. Потому что каждый должен помнить, что он должен делать. Сосредоточьтесь, пожалуйста, я вас прошу. Хорошо. Значит, да. У нас была нехватка в количестве двух швейных машинок. Васильевна. Чего? Рассказывай. А. Не, ну все, порядок. Швейную машинку сегодня мне одну зять притащил утром сегодня. Uh-huh. А за второй, понимаешь, надо ехать ручи на дачу. Ну а как я одна? Ай-яй-яй-яй. Ну, завтра с утра ты получишь персональный Волгу. Данюшка, а я на ней съезжу талончики отоварю заодно, ладно? Дарья, а сколько лет этому иностранцу? О, Господи, Боже ты мой. Нина, хоть ты не забыла, что тебе лестницу мыть? Помню, там такой срач, что бульдозер нужен. К сожалению, могу дать только Венеру, а бульдозера нет. Венера, ты не забыла еще, как ветлой убирать? Нет. Молодец. Да, а готовиться-то я когда буду? Зачем?
Как? Может, мне петь придется или танцевать? Ну, если припрут, я сама и спою. А я-то как? А если надо, и станцую. Молодец, Дарья, пожалуйста. Послушайте меня, девочки. Чего? Я насчет еды. Ну? У нас один электрочайник. А людей вон сколько. Надо бы еще. У меня в общежитии вот такенный есть. Кипятильник. Я им щи варю. Ну что? Только у меня сейчас весь в макаронах. У меня есть чайник, я принесу. Да. Действительно. Не, ну я все-таки не понимаю, господа, знаете что? Ну почему нельзя дня на 4 передвинуть, Дарья? Да ой, потому что он приедет а уже. А во что? Ну, что? О, внимание, очень важный вопрос. Во что одеваться? Форма одежды рабочая, ну, только без всяких наворотов я попросила бы. Это на меня посмотрит. А я, пожалуй, случай. Успею с утра сбегать в парикмахерскую. Зачем? Вот это! Ну да. Вот это что, прическа что ли? Вот это мне нравится! А вот хорошо, Дарюшка, молодец! Да, она прическу делают, а не первую. Иные, господа. А я буду без зубов подрать меня. Дарья Георгиевна, в чем мне быть? В чем мне быть? Тебе тоже форма одежды рабочая, только юбку длинную не надо. А возьми вот так или вот сюда. Ага. Но не больше. А мне? Я тебя знаю. Хорошо. Поняла. Понимаешь, с тобой сложно. Ты же у нас начальница. Ух ты. Будешь ходить, смотреть, приказывать, выговор делать. Ну, это я могу. Ну, еще бы. Значит, одеться строго, но элегантно. Он за его. Хорошо. Вовка, ну дай покрасить. Нет. Ну дай покрасить. Не-не-не-не-не-не-не. Это ответственный момент. Я его передоверить никому не могу. Ты что? О, покрасить. Иди к Витьке в бригаду. Осторожно. Доски клади. А этот момент очень ответственный. Знаешь, почему ты не даешь? Потому что знаешь. Почему? Что у меня получится лучше, чем у тебя. Ну дай покрасить. У него лучше. Все, на, все, ах, все. На, держи. Все, ну, давай, подвинься. Ну давай, давай, крась. Вот. Смотри, учись. Валик так. Набирает краску. Ах, не знаю. Набирает, внук, снимаем лишнее. Ой, не знаю. Вот, чтобы не накапать, чтобы не было развода. Аккуратненько. Смотри. Аккуратненько. Опа-па-па-па-па. Неужели опа, получается? Опа-па-па, погнали да. Наших городских. Можешь, когда опа, захочешь. Да-д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 а. Вот здесь поровней, поровней. Вот, молодец. Вовка, я тебя еще внизу хотел спросить. Вот эта коммуналка, что напротив вашей квартиры, ее когда расселили? Полгода уже. Полгода? Да. Столько времени никто не заезжает, почему? Ух, один банк хотел, я не разрешил. Да, были еще желающие. А слабо мне в аренду сдать, ну как бы под офис, ну с дальнейшим правом выкупа. Забирай. Все равно Витьку весь диван у меня продавил. Ну что ты мелешь, как бы, может, твой драгоценный диван продавить, он 3 раза легче, чем ты. А Ирка все время приезжает. Когда документы можно оформлять? Когда? Когда договоримся. Так, я не понял, что это значит, когда договоримся. Что тут понимать-то? Район тебе квартиру дает, а ты что районов? Братик называется. Да. Ладно, хорошо. Мы с Иркой наш кооператив в твоем районе зарегистрируем. Будем налоги тебе платить. Нет. 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 Кооператив это будет кооператив, не будет кооператив. Это, знаешь, 3 раза неизвестно. А с налогами ты с государством играй в прятки. Со мной не надо. Чего вы грохаете-то? Все равно не надо в эти прятки играть. Вот что, у нас в районе роддом строится. Со сроками мы не успеваем. Помоги. С чем помочь? Покрасить тебе его что? Покрасить. Снаружи, снутри, снизу и доверху. Сколько этажей? 5 этажей. А квартира хорошая, Андрей. Ой, какая квартира. 5 комнат. Печка работает, представляешь? Действует. Вот зимой натопили печку, выпили, сидим, разговариваем с тобой. А,
Балкон еще есть. Какая квартира, Андрюшка. Ну, правда, балки просели, потолок обваливается, стенки сырые. Ну, ничего, это можно отремонтировать. Ты губу на мою печку не раскатывай, понял? Понял. Крашу твой роддом снаружи и договорились. Нет. Снутри, снаружи, сверху, донизу, все 5 этажей. Ну, что торговаться-то? Что ты, сам красить будешь? Это ты торгуешься, знаешь? Это ты торгуешься, а я думаю о семье, чтобы поближе друг к другу были. Интересно, я о ком думаю? Он о семье думает. Я эту квартиру полгода берег. Я, можно сказать, лелеял эту квартиру. На, крась. На, стучи. Документы оформлять? Оформляй, так и быть. Витька. Вот и отлично, хорошо. Давай, чего помогу. Пап, вот надо гвозди вынуть, вон там из угла. Я что, гвоздодер тебе? Ну а что? Я работать пришел. Давай работу. Гвозди выдергивай. Давай. Гвозди выдергивай, знаешь, и... Ну вот. Я буду выдергивать. Я просто уверена, что абсолютно производство все нужно расширять срочно. Как говорится, еще вчера. Вот, вы сами можете видеть по этим вот графикам, насколько спрос превышает предложение. И если мы, не удовлетворим потребности наших покупателей, эту нишу немедленно займут другие. Немедленно. А где гарантия того, что их цены, их качество будут соответствовать не то что мировым стандартам, как у нас, а вообще, что это будут нормальные вещи? Они понавезут из Турции каких-нибудь подделок, дешевых, в результате чего у нас начнут закрываться заводы, фабрики, не только малые, но и большие. Начнется безработица. Вы понимаете, что может получиться? Вы видели нашу продукцию в лучших магазинах нашего города. Да, полупустых магазинов. Но мы же можем их заполнить. Зачем нам Турция? Вы видели, каким спросом пользуется наша продукция? Вы представляете, чего мы еще можем достичь? Но все упирается в проблему. Проблема. Устаревшее оборудование. Недофинансирование. Нехватка рабочих рук. Когда закроются магазины, фабрики, заводы, начнется безработица, люди же озлобятся. А мы в это время предоставляем им возможность работы. Вот, представляете, как хорошо? Баб Дарья, у меня тут кассета перегоняется. Не выключай, хорошо? Хорошо. Ну все. А хочешь, погляди, что мы там про Андрея наснимали? Ой, а я посмотреть хочу. Только скажи, пожалуйста, как это включается? Я не знала у тебя. Сейчас. Все. Ну, пока, бабуль. Пока. Здравствуй.
страсть. Дремлет притихший северный город, низкое небо над головой. Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над него? Что тебе снится, крейсер «Аврора», в час, когда утро встает над него? Волны крутые, штормы седые, доля такая у кораблей. Как Америка? Кому как? Не были? Не были. А вам? По-разному. Когда нравится, когда нет. Да. Спасибо. Интересно, как они сюда залезают, знаете? Вот это я не могу сказать. Хотите покачаться? А это как эти самые, что ли, сейф? Сейфы? Может быть. А, это для вещей, наверное. Какой красивый город, а? Это точно. Да, жаль, что вы больны. Мы не можем нормально побеседовать. Ну, отчего же? Отчего же не побеседовать с хорошим человеком? Вас совсем не удивило, что я говорю по-русски? Знаете, я вчера еще заметил, вы иногда забывали переводчика слушать. Не обижайтесь. Нормальный ход. Знаете, я сам такой. Да. У нас в Америке тоже есть свой Санкт-Петербург. У вас в Америке до черта Санкт-Петербургов. Только вот такой. Вот. Он здесь. Это верно. Семен,
Please tell Mr. Shevchenko that now is a good time to see his factory and make a final decision. Господин Дебуш говорит, что сейчас самое время посмотреть вашу фабрику для принятия окончательного решения. Фабрику? Да. Фабрику так фабрику. Поехали! Где наш не пропадал? Такое. Срочно уехала на дачу в Высоцк. Борщ на плите, баба Дарья. А где баба Дарья-то? Ну, так ведь уехала. А, ну да. Да как она могла-то? А мы? Что мы-то? Красота-то какая, как настоящая все. Это переводить? Да нет, не надо. Добро пожаловать. Вот здесь мы обшиваем половину Ленинграда. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Алевтина, наш специалист по женской одежде. Здравствуйте. Здравствуйте. Мартина, мужской модельер. Венера. Зинаида, женское белье, халаты, стиль японский кимоно. А, баба Дарья-то где? На дачу вот уехала. Цеху мы особенно трепетно на какую дачу? На нашу дачу, в Высоцк. Зачем она уехала, Оля? Пистолет не взяла, на голову не брилась, значит огурцы сажать. Да ладно, что теперь делать-то будем? А мы все сделали. Вот кооператив. Можем спеть или станцевать, если думаешь, ему понравится.
Можем дефиле показать? А что это такое? Дефиле. Дефиле это показ мод. Это так Ольга Сергеевна шутит у нас. Ольга Сергеевна шутит? А если что, там есть платьице хорошенькое. Мне нравится. Если что, я могу. Ну что ты все заладила? Ладно, да ладно. Вдруг не получится. Так хоть повеселимся. Ну что мы теряем? Давайте, Ира. Давайте. Оля. Повнимательнее посмотрим. Оль, ты думаешь, что ты делаешь, а? Наши дамы. Не подходим. А теперь внимание! Показ мод! Дефиле с чаем и конфетами! Пожалуйста, садитесь все! Прошу, прошу, прошу. Сам не знал неожиданности. Прошу. Ну давайте чай, конфеты, давайте тогда уже. Давайте. Повседневный костюм украшен лоскутом парчевой шелковой шерстяной ткани. Вязаные шали выполнены самой мастерицей. Жилет повседневный, черный, подходит и к брюкам, и к юбке. Также обратите внимание, полочки жилета выполнены в лоскутной технике. Парчевые шелковые шерстяные ткани. У нас никакие кусочки не пропадают зря. Экономия должна быть экономной. Стилизация рабочей одежды. Ватник, он же теплая удобная куртка. Хорошо. Опять же, заметьте, вот в лоскутной технике украшена. Блузка. На дачу куда-нибудь. Техника Ришелье, узор. Холщовая, обратите внимание, медовая гамма сверху, украшена деревянными пуговицами. А теперь внимание, грелка для заварного чайника. Под этой грелкой чай долго сохраняет свое тепло, улучшаются вкусовые качества. И главное вот. Обратите внимание! Платье. Черный сверху трикотаж. Снизу стеганое, как стеганое одеяло. Вот такая юбка. Выполнена нашими мастерицами. Спасибо, Венера. Хочешь чаю, Андрюша? Да. Парадный и деловой костюм. Простая клетчатая блуза с карманами накладными. Внизу белая юбка и легкий галстук. Очень оригинально. Черная юбка. Ну что, черная? Ну какая она? Она вон мелкий горошек какой-то. Ну так в горошек черные, белый горошек. Большую часть времени наша женщина проводит на кухне, и вообще все работы по дому выполняет в халате. Вот такой веселый халат и ситца. Если честно, я к этому не имею никакого отношения. Это инициатива снизу. Вот, пожалуйста, еще один халат. Опять же, шаль выполнена нашими мастерицами. И халат отделан очень весело. Смотрите, вот у Полины Васильевны тоже халат. Использованы отделки различные. И вот такой оригинальный получается веселенький халатик. А теперь наряд для невест. Вот такой белый, скромный костюм из льна. Украшена кружевом таким вот в стиле Ришелье. Симпатично. Нравится? Очень красиво. Такая скромная невеста. О. Сарафан «Весна» для молодежи. Очень хорошо, Венер, девочка. Острикоза.
прошу. Благодарю. Я вот что думаю. Может быть, мы офис мой посмотрим? А? Андрюш, может, не надо? Да ладно тебе. Ну ладно, так ладно. Простите, а борщ? Потом борщ. Ну, потом. Прошу. Как потом? Прошу. Ой. Вот. Здесь мы, как правило, встречаем... Здесь мы... Здесь мы как... Бедные. Баланс всю ночь подбивали. Там это налоги. Да-да. Дебет, кредит. Я понимаю. Капитализм строить — это вам не два пальца. Это мои заместители. Да-да, баланс, налоги. Так может, борщ, а? Ну, борщ так борщ. Борщ! Андрюша, давай тогда. Прошу, на кухню. На кухню, проходите, прошу. Пожалуйста. Кухня у нас большая, поместимся все. Давайте, пожалуйста. Проходите, Андрюша. Чего ты? Баб Зина. Да. Гляди-ка, фотография Дарьи Георгиевны куда-то делась. О, Господи. А ты хорошо посмотрела? Да вроде да. Ну, наверное, ты стенки начала крушить, вот сквозняком и оторвала. Ой, боюсь я, что из-за меня все сорвется. А ты не бойся. Я смотрела, немцу все очень понравилось. Да? Все будет хорошо. А мне кажется, он не немец. Нет. Они по-американски разговаривали. Да. Ну, или по-английски. Мне кажется, он англичанин или этот, как его, австралиец. Да нет, немец он. Зинаида. Да. Канадец. Канадец. Слушай, я тебя что спросить-то хочу? Да ты посмотри. Ой. А куда это Дарья-то делась, а? А кто его знает? Интересно, а что ты там рыскаешь? Да ищем. Ну, Квинер, подвинься, нечего искать, пропала и пропала. Давай-ка я свою тоже себе возьму. Ой, хорошая фотография. Ну, что ты делаешь? А что, все равно, ну, повисел и хватит. Да. А я тебе сниму, давай. Ой. Давай. Ну, что ты одна-то тут будешь висеть? Да, конечно. Давай. И у тебя хорошая фотография, смотри. Только молчите. Вы что ли взяли-то, Полина Васильевна? Ну что это, зачем ты мне Дарья? Что это, я свою возьму. Вот. Так я тебя что хочу спросить? Да. А ты молчи, что мы взяли. Слушай, что с этим материалом делать, а? Можешь подушек нашить? Да нет, это рогожка, молодежь любит. Ну, и надо сделать из нее юбки. Юбки? Конечно. Господи, это что, теперь такое носить будут? Будут. И носят. А я подушек хотела нашить. Не знаю. Да сейчас и без юбок ходит. Ну ладно, спасибо тебе. Спрячь фотографию-то, ага. А то скажут, что мы все растащили. Семен, а ты с чесноком. За уши не оторвешь. Я бы сам так ел, было бы кому варить. Баба Дарья-то вон. Гладченького любит с Вовкой здесь, в Питере живет. А я бы еще такой борщ бы ел. И на первое, и на второе, и на третье. Вот. Ну ладно, Андрей. Да-да. Вовочка! Ну ты борщ-то будешь? А че, я пришел-то. Знакомьтесь, господин Дебуш, Владимир. Продолжайте. Это Семен. Приятного аппетита. Садись-ка сюда, я уже закончил. Спасибо. Я Витьку пойду разбужу. Ну, давай. Что же мы не по-людски как-то, Оль? А что в холодильнике-то? Ну, а чего ты думаешь, я в холодильник-то полезла? Вот. Она другая картина. Борщ обязывает. Ну что? Молодец. Со свиданницем.
Прошу. Ну? А ты верно сказал. Со свиданницем. За знакомство. И за знакомство. Хороша чертовка. С чесночком. Вы с чесночком, борщ. Он вкуснее с чесночком. Сеня, я что тебе говорил? Давай. Блеск. Хорошо? Больно хорошо. Ну, здравствуй. Приехала. Хорошо. Горло как? А где все? На кухне борщ едят. А ты что здесь? Пришел фотографию посмотреть. Наверное, показалось. Ну что, Соня? Здравствуй, мама. Здравствуй, здравствуй. Ой, здрасте, Алиса Карловна. Здрасте. Ну что? Витюнчики, витюнчики, просыпайтесь, витюнчики. Ну что, кажется, дают нам денег. Правда? Угу. Серьезно? Угу. Вы его там так напоили, что он решил все подписать. У-у-у. Мне тут сказал, что за этот борщ он готов все, говорит, все деньги отдать. Ты варила. Все, что хочешь. Мама, да. Бежаете. Витюнчик, пошли, пошли борща поедим. Пошли борща поедим. Пойдем борща поедим, а то нам ничего не останется. Пошли, пошли, пошли. Пойдем, пойдем, капуша моя, пошли. Хотите, расскажу вам, что случилось? Нет. Ну, просто так, чтобы вы не подумали, что я какая-то истеричка. Просто я дура. Я дура, я клоун. В смысле, по-настоящему клоун. Я в цирке работаю, клоун. Знаете, вот про клоунов говорят, что они в жизни грустные, а я веселая. Это я только в цирке плачу. Брызгаюсь из глаз водой. На 8,5 метров могу. Я могу весь этот автобус обрызгать. Я, конечно, не все время хожу и хохочу. Я же не дура. А последнее время плачу. Знаете почему? Мой муж от меня ушел навсегда. Собрал все свои вещи и ушел навсегда, он так сказал. Представляете? Даже не к другой женщине, а просто так. Хотя еще, конечно, неизвестно. Еще проверить надо. Может, наврал? Может, наврал. А сейчас я к маме еду. У меня мама отличная. У меня мама жонглёр. Она сейчас на пенсии, и папа жонглёр. Тоже на пенсии. А муж инженер по технике безопасности. Правда смешно. Видите, им уже трудно с нами. Ну, интересы ведь разные. Кстати, я все время его про работу спрашивала, чтобы рассказал что-нибудь. А он говорит, что рассказывать. А я послушала. Честное слово. А я с дома сбежала. Теперь все мои дома, а я сбежала. Как когда-то мой внук в Турцию. По его вине случился
пожар на чердаке. Так он со своим приятелем, пока никто не знает, что это по их вине, решили убежать из дома. В Турцию? Так, может быть, никто и не узнал бы. Конечно. Я тогда дворником работала и сразу поняла, в чем дело. Так вот, теперь и я. Так же, как он. Не знала, что делать. Не знала. И сбежала из дома. Ко мне муж приехал. И дома теперь он. А я теперь вот здесь еду. Я его 50 лет не видела. Он в Америке живет, когда война кончилась. Его американцы освободили из лагеря, он вместе с ними уехал и там живет. И вот сейчас он приехал, и сейчас дома с моими, с нашими детьми разговаривает. Ну, я думаю, ни за что не скажет, кто он. И я им не скажу. Я теперь вот что поняла. Что я всю свою жизнь во сне жила. Без него. Жила во сне. Зачем я, дура, приехала? Зачем я уехала? Ведь для меня самое большое счастье сейчас броситься к нему в ноги, обнять их и держать. И не пускать, и держать столько, сколько смогу удержать. Ведь я всю жизнь прожила без него, ведь нам поговорить сколько надо. Нам не наговориться на всю жизнь. Столько лет прошло. И зачем он уехал? Зачем он приехал? Зачем? Как я теперь буду жить без него? Как? Хотя... Столько лет уже прошло. Каждый из нас уже 100 раз мог умереть и не увидеться. А вот мы и не увиделись. Из-за меня не увиделись. А знаете, я вам что скажу? Поезжайте домой. Что? Что-что? Домой поезжайте. Что вы тут сидите? Как можно от своего счастья убегать? До свидания. И все-таки подумайте, послушайте свое сердце. Теперь это все. Крестьянин, заводясь домком, купил на ярмарке подойник да корову и с ними сквозь Дуброву тихонько брел домой проселочным путем. Как вдруг разбойнику попался. Разбойник мужика как липку ободрал, повинул! Ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такое темный ужас начинать ее. Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки. Ну, солдат, пойдем со мной. Я теперь твоя подруга. Знаете, как будто бы она не понимает смысла, не смерть, вот так вот. Недалеко провожу, белой вьюгой снег запорошу.
Нера Николаевна Дудкина, город Днепродзержинск, 19 лет. Войнович... Днепродзержинск – это Украина, да? Да, да. Вот мы с вами земляки. Ну. Очень приятно. Да, ну, так. В воскресенье произошло небольшое событие. Умер Очкин. Возле дома покойника стояла Филипповна и, удивленно разводя руками, говорила: «Только сегодня бачила его. Пішла я, значит, до Лаврусинчихи, ситочки свои забрать. Хорош таки в мене ситочки, тільки з граю трохи продрана. А Лаврусинчиха давно вже взяла його, каже, завтра принесу, та й не неси. Іду я, значить, тут по стежечки, бач, навустріч Очкин. Веселий, значить, тверезий. Ще спитав, де йдеш? Та ось, кажу, до Лаврусинчихи йду ситочки своє забрати. А він ще каже, ну йди. А тут бач, помер». Все? Все. А еще какая проза у вас? Ну, у меня есть каштанка. А еще? Вы так сказали, вот это еще у вас что-то есть. А еще? Да. Больше у меня нет ничего, к сожалению. Ну, давайте. А давайте я стишок вам прочитаю. Юрий Шевчук. «Суббота». А если не Юру? Они хорошие. Ну, так я знаю, мы с ним дружим, с театром. Ну, мы Юру знаем. А другой? Одно стихотворение? Ну, оно очень хорошее. Ну, а еще? Еще стихотворение? Есть, но неинтересные какие-то. Ну, неинтересные, давай. Пушкин. Вы не смеетесь, потому что это стихотворение было написано Пушкиным просто так. Просто так, для того, чтобы свою девушку, которая в него влюблена была... Ну, вы не смейтесь, она просто его просила в альбом написать что-нибудь. И он написал не для того, чтобы ей сказать слова любви, а для того, чтобы она от него отстала. Туманский прав, когда так верно вас, сравнил он с радугой живою. Вы милы, как она для глаз, и как она применчивы душою. Но более всего сравнение с ключом мне нравится. Я рад ему сердечно. Да, чистый вы, как он, и сердцем, и умом. И холоднее его, конечно. Сравнения прочие не столько хороши. Поэт не виноват, сравнения неудобны. Вы прелестью лица и прелестью души, к несчастью, бесподобны. Ехали на тройке с бубенцами, а вдали мелькали огоньки. Кабы мне соколики за вами, душу бы развеять от тоски. Дорогой длинною да ночью лунною, да с песней той, что вдаль летит звеня, да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Помню,
наши встречи и разлуки, навсегда ушедшие года. И твои серебряные руки в тройке улетевшие навсегда. Да с песней той, что вдаль летит звеня, да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Тай-рай-дай-дай-ри-да, тай-дай-ри-дай-ри-да, тай-дай-ри-дай-ри-дай-ри-да, тай-дай-ри-дай-ри-да, тай-дай-ри-дай-ри-да, тай-дай-ри-дам-ри-да-ри-да-ри-да. Даль родную новыми путями нам отныне ехать суждено. Ехали на тройке с бубенцами, да теперь проехали давно. Да с песней той, что вдаль летит звеня, да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня. Тай-рай-дай-дай-ри-да, тай-дай-ри-дай-ри-да, тай-дай-ри-дай-ри-дай-ри-да. Да с той старинною, с той семиструнною, что по ночам так мучила меня.